Житель Южного Урала хочет выращивать помидоры и огурцы на Дальнем Востоке. Подал заявку на участие в государственной программе. По ней землю в дальневосточном регионе раздают бесплатно. Это первый случай в Челябинской области. Почему и что нужно, чтобы обзавестись гектаром земли на Камчатке, в нашем сюжете. Где родился, там не пригодился, считает Александр Кармазар. И ищет в интернет-поисковике, как получить земельный участок на Дальнем Востоке бесплатно. Мужчина признается, готов променять родные сотки на гектар на Камчатке. На 100 сотках пенсионер хочет разбить яблочный сад, посадить огурцы, помидоры и зелень. Рядом с домом сделать пристрой и разводить там кур, поросят, коров. Ну, сотки две под дом, там гараж. Потому что без гаража там, ну, без машины там делать нечего. Вот, дом, гараж, баня. Это такое, что, ну, без него не обойтись. И колодец. Вот это все должно уместиться сотки на три. Дальше идет, допустим, для скота. Это тоже должно быть отгорожено. Должно быть это. Тоже сотки две. У жителей России появился шанс обзавестись землей на Дальнем Востоке совершенно бесплатно. Для этого достаточно быть просто гражданином нашей страны. Идею предложили в правительстве, чтобы остановить отток населения с окраины государства. Сейчас в Дальневосточном округе возделывают всего 3 миллиона гектаров из более 600 имеющихся. Александр Кармаза, первый на Южном Урале, подал заявку на оформление. Желающих мало, потому что население плохо информирует, считают в объединении садоводов. Не каждый день у нас землю раздают на Дальнем Востоке, и многие люди об этом не слышали. Тем более, что вот заявление о выделении земли на Дальнем Востоке – это первый прецедент. Чтобы получить землю на Дальнем Востоке, нужно зарегистрироваться на портале госуслуг, получить там логин и пароль и войти на сайт надальневосток.рф. Здесь оставить заявку. За 5 лет полученную землю нужно освоить. Затем, после проверки спецкомиссии, ее можно будет оформить в собственность. Дарья Годунова, Дарья Шведова, Наталья Радько, Сергей Милютин, ОТВ.